А вы знаете, сколько генералиссимусов было в истории России? 2, 3, может 4? На самом деле целых 5. Впервые титул генералиссимуса был присвоен Алексею Шейну 27 июня 1696 года. Номер 2 – самый недолгий генералиссимус Александр Меньшиков. 12 мая 1727 года князь получил чин, и как только политический ветер рассменился, это ему аукнулось. Номер 3 – Антон Ульрих Брауншвейгский. Продержался целый год, так как главной заслугой его была женитьба на Анне Леопольдовне. Когда к власти пришла императрица Елизавета Петровна, генералиссимус быстро лишился своего чина. Номер 4 – Александр Суворов. Самый знаменитый из всех генералиссимусов. Последним высочайшего звания удостоился Иосиф Сталин. По легенде, он согласился, когда Рокоссовский сказал ему: «Вы маршал, и я маршал. Вы меня и наказать-то, получается, не можете». Изучайте достоверную историю с историей РФ, главным историческим порталом страны.